Эй! Девушка, вы забавно спутали. Хорошо? Хорошо. И нам. Я после буду кричать, что пусто. Я отвлекло. Что чушь ты в моей вселенной. Диковинка. НЛО. А после буду говорить, что кровь. Хотите найс, не хотите вон там. В моем парадном бутылке и
мотивация до самых нервов. Моя работа. Я не знаю, я не завтракаю. Я не сплю вообще. Больше не задавай вопросы. Сейчас я бы радостно так ослепла, не видит, как все закончится, не весело как, нелепо, и как же этого мне не хочется знать, календарное лето, думать, болеть, курить, забывать, заметать следы, оправдывать редкостную породу. Хочется поговорить с тобой, постоять у воды, с тобой. Говорят, получают, чего хотят, а еще говорят всегда. В таком случае я не заказываю ни тебя, ни вино, ни красоту. И я могла бы любить тебя, да, но я этого делать не буду. Ты совершенно лучше, а еще совершенно я слишком знакома. И минуты не видишь свет. Нас тупо оставил Бог. И я могла бы любить. Чего вы хотите, славный? Разве хотите такую? Хотите, я поясню. Так просто молчать, а главное, так просто болтать впустую. Чем у тех, кто меня целует, нет наивнее. И если хотите, покурить. Мне говори, смысла ждать тебя больше нет. Нет слов. Но я знаю, что где-то внутри, на дне, в мегаполисе из твоих мечт и снов, самых красивых дней, самых любимых, тогда надо только зажмуриться и смотри, там есть улица, а вовнутрь. Где-то на дне, там есть улица, иногда на ней зажигается мусор. Погладить его, он такой горячий, как еще прошлой ночью мы сами. И к черту этот предсмертный поход. Уйди, уйди, не стой, если не можешь иначе. Все на свете так мимолетно, особенно то, чему кажется не кажется. Даже это красивое лето, оно закончилось. И делай, что хочется, я не хозяин всего. Оно улица лучше, затягивай, я подумаю, меня в свои ласковые ремни. Дни тусклые, как огни, в этом городе только глянь. Вот он. Однажды мы были близки. Она держалась за мной руками. Дитя, нежный возраст и светлый глаз. О, я ее обожал. Только я хотел близко. В женщин лет 40, а в нее отказ. Врезался и побежал. Она еще повторяла: пожалуйста, не выступай. Ладонь, да, а потом я ее ждала. Прошло несколько лет, она вошла похудевшая, не какая. Господи, разве это Таня замерла среди стен и в поле. Я